Про имена вас никогда не путали, потому что вот Наталья и Наталья через мягкий знак все время путают. Путают, все время путают. Постоянно. Вы именно Наталья. Наталья, да, через да. И, да. А вот почему, у вас же в девичьей фамилии Кляренок, да? Кляренок. А? Ударение Кляренок. Кляренок, да. Извините. Ничего, у меня очень в школе всегда фамилия. Кляренок. Да. Вы понимаете, поэтому, собственно... Я вот и хотел выяснить, да, про эту фамилию, очень поэтому редкая. Я в школе, когда училась, я мечтала уже избавиться от этой фамилии, потому что ее все время неправильно называли. Извините, что это, да я должен был спросить. Да нет, что, о чем вы говорите? Мне всегда казалось, что она совершенно, вот если я даже и стану когда-нибудь артисткой, но она прям, ну, совсем не сценическая. А сейчас вам Клявер... Очень похожи у нас были, да, были кстати, с ним фамилии, да. Между прочим, да. Вот, Кляренок, это как бы тоже там и польские корни есть, и тоже украинские корни, и какие-то еврейские. Там у них я даже не вообще... Но это была деревня в Польше, называлась она Бык-Кляренок. И, все, кто жили в этой деревне, они у них ну, была как обычно, одна раньше, фамилия. Так и бывало, да. Потом, а вы говорят, были когда-нибудь в этой деревне? Бык отвалился? Нет, не была. Так я и в Венгрию, вы знаете, я же мечтала с самого детства, вот как я побывала там малышкой, да, а потом меня привезли в школу. Я с тех пор там и не была. И все время у меня было желание съездить, походить так, по Будапешту, а что останавливает? По мостам. Так времени не было. Надо совместить тогда, надо на гастроли туда поехать, так с концертом. Мы, ну, почти так и сделали, в принципе. Вот недавно, так сказать, у меня был юбилей, и мой директор... В прошлом году. Да-да-да. Они просто подарили мне поездку в Венгрию, в Будапешт. Ага. Да, и я поехала, и, в общем-то, неделю там была. Ну, это, конечно... сверхприятные ощущения, воспоминания. Вот теперь это настолько все всколыхнулось живо во мне. Вот, красотища невероятная. И мы поснимали там, то есть совместило полезное с приятным. Мы поснимали, просто мы из Польши. Слава богу, друзья есть везде. Моя подруга по ГИТИСу, Лейла, она живет в Польше. И она оттуда мне ребят, операторов прислала. Они приехали несколько часов на машине. И они везде, где я гуляла, по мостам, улицам и скверам, они все это снимали сняли на камеру. Клип, или... Мы сняли клип, это да. Это вот не клип-часы? Нет, 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 другой. Это так. Другой клип, называется «В гомоне города». Очень такая лиричная, красивая, очень песня взрослая. Вот. И, собственно, это вот то, что произошло. А то, про что вы говорите, это мы снимали совсем недавно, можно сказать. Про часы, да? Можно сказать, меньше месяца назад. Так, да. Песня называется «Часы». Вот, я написала ее сама, слова и музыку. Но там ничего такого особо замысловатого нету, как обычно про любовь. Девушка одна и смотрит на часы и говорит, все, жду, жду, вот они переключаются, а он никак не идет. Скажем так, да? Такой легкий перевод песни. А так просто танцевальная песня и... Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».